Всем привет! Начинаем наш игровой день. Значит, у нас 5000, будем поднимать. Напоминаю, что играем в офигительные БКшки, трое смерчики стар. Ссылочка на нее находится в скрепленном комментарии. В общем-то, давайте по 250. Начнем с фубласта. Не забывайте подписываться. На 3500 у нас будет офигеннейший розыгрыш. Осталось прям совсем чуть-чуть. Я думаю, скоро уже проведем, да? Пока, конечно, нам тут не везет. Но их с 1-2 раза тоже неплохо. Так. Что тут? Ну, сомнительно, да? Х1, 1-2. Так. Может, виноград, а? Давай виноград. Ну, последний. Серьезно? Понятно. Так, что тут? Блин, ну должен быть виноград, я думаю, уже прям близко очень, да, поэтому, короче, делаем 500. И ловим минус, да? Ну да, еще вишню хотя бы одну. Ну ладно, спасибо. Давай, виноградик, где? 4 лимона. Прекрасно. Блин, тут протупил. Ладно, фиг с ним. Все равно бы не собрали. Ой, блин, что-то плохо. Что-то очень плохо у нас пока дела идут. Ну, давай виноград, а. Падла, половину банку уже сожрал. Да. Начали, конечно, нехти. Фрутбласт. Да серьезно? Даже 0-2 не дает. Что, прогадал, что ли? 6. Ну, как бы еще где-нибудь виноград нет? Ясно. Так, ну... Х1 это пока лучший коэффициент, который мы тут собирали. Это очень грустно. Давай. Да капец. Да серьезно. Ну, ва-банк идем, блин, алло. Ой, печаль, печаль, прям печаль какая-то, а? Да серьезно, Х1. Ну, Фрутбласт, видимо, просто решил поугарать над нами, я не знаю, как это назвать. 6 клубники, прикольно. Очень прикольно, очень смешно. Сейчас будет 0-4. Нет, 0. А, нет, это 0-4, да. Да, 250 рублей у нас осталось, капец какой-то. Ладно, давайте я сейчас закину додеп, перейдем в другую игрушку, попробуем хоть что-нибудь отыграть. Так, ну что, закинул я еще пятерик. Давай по 500 тогда. Продолжим в кристалле. Ну что-то здесь как-то тоже ни о чем. Ну, кристалл. Мда. 450 рублей. За такое количество минусов. Так, ну ладно, вот тут хотя бы 800. 3000. Минус. Да блин. Да ну нафиг, серьезно? Че, блин, 10 тысяч профукали, что ли? Не верю. Давай. Одиссей тогда. Понятно. Да, начало, конечно, печальное. Печальное для меня. Взял, конечно, Х5, но, блин, так поздно. Ну, давай так. Х6, да? Да, 3000 вернулось. Ну, давай, короче, скретч. 3 попытки по 1000. Занесет, не занесет. Не знаю, может быть, повезет, конечно, но... Я что-то не уверен. Х2. Так, и последняя 1000. Фиг. Ладно. Не повезло что-то прям конкретно в этот раз. Давайте немножко передохну в следующем ролике.
Закину, наверное, еще десяточку. Попробуем отыграться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.